Всем привет, меня зовут Ольга, это Showmans. Мы находимся в ювелирном доме Эстет на неделе моды. Представьтесь, пожалуйста. Геннадий Гончаров, руководитель Московской школы гипноза. Что вас сюда привело сегодня? Я люблю места, где много музыки, где красивые наряды, где люди улыбаются. Ну, как бы это энергия, здесь море энергии. Я всегда люблю бывать в таких местах. Мне приятно видеть улыбки. Как вам атмосфера в этом замечательном месте? Ну, хорошая. Мне очень понравились дети. В них что-то есть особенное. Они так стараются, они так хорошо показывают. И даже маленькая девочка сделала такой воздушный поцелуй. Это очень здорово. Они настоящие. Я как понимаю, вы занимаетесь гипнозом. Расскажите, пожалуйста, поподробнее нашим зрителям об этом. Нам очень интересно. Я когда-то был... Вы как ясновидящий, получается. Да. Я когда-то был победителем конкурса «Необычные люди мира». Но вообще я сейчас обучаю не гипнозу, а самогипнозу. Я хочу, чтобы люди работали над собой, занимались самосовершенствованием, саморазвитием, самопознанием, стали добрее, лучше, чище. То есть это моя миссия. Великолепно. Скажите, пожалуйста, вы часто посещаете такие мероприятия? Ну, да, довольно часто. Мне часто приходится участвовать в различных таких... каких-то событийных, то есть «Миссис Москва», я часто встречаюсь с Никосом, пишу книги, поэтому, да, это мой друг, кстати. Это ваш друг? Да, да, то есть, а он часто тоже бывает, поэтому мы только здесь и пересекаемся, в принципе, вот, так что это особый мир, я говорю, что я люблю вот окунуться в это море энергии, на самом деле я здесь как бы подзаряжаюсь. Понятно. Ну что, пожелаем вам больших творческих успехов. Приходите почаще в такие замечательные места. Тоже. С вами был Showmans. До новых встреч!